Списки самых стрессовых профессий появляются с завидной регулярностью. Как правило, их составляют психологи, социологи. На этот раз отличились мои коллеги-журналисты. По их мнению, в этом рейтинге на 5-м месте медицинские работники. И мы решили узнать у врачей, из-за чего они больше всего переживают и как снимают стресс. Видеть терпящего беду человека – это уже стресс. Потом, когда их на приеме, а сейчас лето начнется, у нас будет довольно большое количество, тоже стресс, когда большое количество народу проходит, надо интенсивнее работать. Ну и, само собой, стресс, и немаловажный, это ночное дежурство. Самое главное, как говорят китайцы, это тыл, дом. У меня для снятия стресса 2 кота дома. Четвертая нервная профессия в рейтинге – это школьный учитель. Ну, тут даже говорить не о чем. Все мы были маленькими и знаем, как было тяжело нашим преподавателям. Добавьте к этому проверку домашнего задания, составление портфолио, планов. Вот вам и комок нервов. Так как рейтинг придумали журналисты, возможно, поэтому бронзу получили теле- и радиоведущие. Ну, тут, как говорится, далеко ходить не надо. Давайте узнаем, чего больше всего боится ведущая утреннего эфира Ксения Беркалова. Ксюш, привет, признавайся. Ну, наверное, проще сказать, чего я не боюсь в эфире. В эфире я боюсь всего. Что суфлер сломается, это большой стресс. Что прическа испортится и к логу будет торчать. Второе место у пилотов гражданской авиации. Каждый день они берут на себя ответственность за пассажиров на борту. Добавляет стресса и непростая ситуация в мире. Довольно часто террористы захватывают самолет. Ну и первое место. Работа сплошной стресс – это у них. У пожарных. Несмотря на развитие технологий, их профессия опасна так же, как и 100 лет назад. Ну и резонный вопрос. Как побороть этот стресс? Половина россиян восстанавливает свои силы с помощью любимого хобби. Треть видит выход в принятие успокоительных. И только 13% населения признали, что, приходя с работы, выпивают чего-нибудь горячительного. Роман Гальперин, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.